Давай, Лев. Залазь. Залазь, залазь. Нет. Залазь, я сейчас с той стороны сяду. Так, все. Мы выезжаем. Спасибо. Ну что, готов? На детском кресле и на бустере. Сейчас поедем. А я без детского кресла, без бустера. Готов выступать? Да. Сейчас смотри, как будет. А пристегнуться? Пристегнуться я не знаю. Да, мы здесь... Лев, ты подкрепляешься? Да. А что у тебя сегодня будет? Подкрепление. Да? А еще что? Еще я поеду на Мерседесе. На лимузине. Да? Угу. Будет красная дорожка? Угу. Волнуешься? Угу. Волнуешься? Угу. Мы запомним то, что важно нам.
видео. Так. Не могу. Повернись. Солнце светит. Очень сильно. Вставай сюда посерединке, в тенечек. Иди сюда ко мне, на меня. Так, мы стоим в ожидании на посадку, да? Сейчас будут подъезжать машины, и машины подвозить к красной дорожке, да? Ага. Что ты приехала выступать? Да. Что будешь петь? Хулиган. Да? Да. Так, сейчас уже машины будут подъезжать. Все, ждем, да? Да. Так, идем на посадку. Лев, здесь Лев, ты готов? Да. Круто. Так, ребятушки тут мигающие. Я думала, ты репетируешь? Нет? Не репетируешь? Я знаю. Я на велике. Давай, Лев. Залазь. Да. Залазь. Нет. Залазь, я сейчас с той стороны сяду. Садись. Так, все. Мы выезжаем. Спасибо. Ну что, готов? На детском кресле и на бустере. Сейчас поедем. А я без детского кресла, без бустера. Готов выступать? Да. Сейчас смотри, как будет. А пристегнуться? Пристегнуться, я не знаю. Да, мы здесь. Итак, у нас есть теперь вопрос. Поешь или танцуешь, или ты блогер? Я сегодня спою авторскую песню «Хулиган», который установил мировой рекорд. Я самый молодой певец в мире, чья авторская песня размещена на всех цифровых площадках. Так вот, ребят, слышали, у кого мы сегодня интервью вообще берем? Кусочек. Может быть, ты нам кусочек споешь, да? Не знаю себя, успех не за горами. Нужно быть парнем, не лениться, не загорать. Быть крутым и танец, значит, кидаться словами. Нужно стремиться вперед себя всегда. Круто, спасибо.
Иваном на Майбах и на красную дорожку? Очень. Да? Thank you.
Лео Соловьев. Показ. Большое спасибо всем моделям и, конечно же, замечательному дизайнеру Евгению Клинкову. Пошумите, поднимите руку. Что хотите? Вот так. И вода сегодня тоже станет разноцветной. Нет? Все-таки нет. Ну ладно. Тогда мы двигаемся дальше. Друзья, этот артист уже был объявлен, и тем не менее мы ее не услышали. Надеюсь, услышим прямо сейчас. А кто тебе помогает? Друзья, встречайте на сцене Кода. Кто тебе помогает быть еще более крутым? Мама. Мама? Крутая у тебя мама? Да. Типа.